Что это? Ух, нифига себе, акробат! Цивилизация – уязвимая штука. Прихоть обстоятельств. В любое время легкий взмах крыла бабочки может стать началом катастрофы. Харан – целый город, стертый с лица земли. У тех, кто остался здесь, не было ни шанса. Величайшие умы мира собрались вместе и нашли вакцину против харанского вируса. Наконец, человечество побороло заболевание. Но людям всегда нужно больше. Несмотря на обещание закрыть лаборатории, ВГМ втайне продолжила свои исследования THV для военных целей. Понадобилось не так много времени, чтобы новый вариант THV снова сбежал в мир. Падение случилось скорее, чем кто-либо мог предсказать. Горстка выживших теперь живет в небольших анклавах. Единственное средство связи между этими отдаленными поселениями – те, кто достаточно отважен или отчаян, чтобы путешествовать в одиночку по опасным пустошам. Их называют пилигримами. Где-то на карте один город все еще жив. Город, изолированный от внешнего мира. Город с особыми правилами. Теперь это последний бастион человечества. Шанс для нас, чтобы выучить историю. И на этот раз сделать верный выбор. Потому что каждый выбор, сделанный здесь, меняет будущее. Навсегда. Эге-эге, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, и вышла игра Dying Light 2. И сегодня мы начнем с вами прохождение. Посмотрим, как зайдет вам первая серия, 2036 год. Игра про зомби, сразу хочу предупредить, через 15 лет после падения. Сразу хочу предупредить, что в игре очень много мата, ребят, я буду стараться это все запикивать, но... Не обещаю, что прям все. Поэтому либо смотрите в наушниках, либо прячьтесь в шкафу. Ух! Кто не знает, что это за игра? Игра про зомби-апокалипсис с паркуром, с зомбаками, естественно. И это наш главный герой, я так понимаю. Dying Light 2, Stay... Еще можешь? Stay of Human. Оставаться человеком. Раньше ты был моложе. Игра полностью на русском языке. Ну ты все такой же быстрый. Так, что-то... Считай мертвый, да, знаю. Забирайся, хочу кое-чего показать. Так, забирайся, хочу кое-что показать. Так, новое сюжетное задание. Путь пилигрима. В общем, мы начинаем. Мы перепрыгнули, смотри, и там зомбари вон остались. Откуда это он убегает? Так, сейчас я микрофон тут. Все. Окей, значит, ну все, мы можем бежать. Пошли смотреть. Так, нажмите пробел, чтобы прыгнуть. Вау, класс. Ага, прыгнуть, прыгнул. Так, посмотрите на уступы и прыгните, удерживая пробел, чтобы за него схватиться. Вот и паркурчик пошел. Окей. Какая-то цветовая гамма мне не нравится. Так, удерживайте пробел, чтобы прыгнуть дальше. А, понятно. Так, ну тут просто как в режиме Марио. Сейчас мы пока тут... Ох, брат, хватку не растерял. Я здесь.
Так, куда мне идти? Так, сюда, наверное, наверх. Видимо, у нас уже закат, поэтому такая цветовая гамма немножко дурацкая, все желтое. Так. Эй! А что ты не зацепился? Алло, Алёша. Наш главный герой, ну его не Алёша зовут. Цепляйся. О. Так, отлично. Спасибо. Рад тебя видеть, Спайк. Давно не виделись. Давно, но сопли размазывать не будем. Идем, покажу кое-чего. Давай. Так, давно не виделись. Куда идем? Увидишь. Невероятно. Что именно? Большинство пилигримов не протянет в дороге и 2-3 лет. А ты по свету уже 4 года бродишь и все еще жив. Как и ты. Ага, но я-то... Ну, это смешно. Ты старенький же уже. После Нового Парижа ничего. Каким путем шел? Через Бейнс или Гэри? Кто-то рычит. Ну и Берень. Штук 5 ветхих хижин, да такой же забор. Мужик, там рычит кто-то. Смотри, Эйден, здесь улей полный меда. Мы же не упустим такую возможность, да? Не в жизнь. Осмотрись, если повезет, сможем найти ромашку. Так, то есть мед. Так, задача, путь пилигрима, собери мед и ромашку. Отлично, начинаем собирать. Кью, чтобы воспользоваться чутьем выжившего. А, во, я нажимаю, смотри, помечается все, ну понятно. Ладно, мед прям так собрал, вместе с пчелами, и пчелы исчезли. Так, вот еще мед. Окей. Так, куда дальше-то? Вон еще мед вижу. И вон там что-то. Сейчас давай мед соберем. Так, мед. Кью, чтобы чутьем выжившего. Ну, я понял. Раз, когда мы виделись, ты был пободрее. О, ромашка. О, сколько ромашки. Какая красота. Как пахнет-то вкусно. Ладно, собираем ромашку. Так, ну все, я собрал 5 из 2. Все окей. Пошли к нему опять. Помнишь старую травницу, что довели до деревни? Она то и дело повторяла. Запомни, мед и ромашка — это дары природы. Смешай их, используй. Если повезет, вылечишься. Смешай их и используй. Окей. Лекарство. О, чертеж. Задача обновлена, у нас новый чертеж. Вы получили новый чертеж, нажмите I. Да, и вы получили свой чертеж. Можете, короче, модифицировать оружие и компоненты. Продолжить пробел, окей. Так, здесь хранятся все ваши компоненты, все, что я собираю. Читайте описание компонентов, чтобы узнать, для чего они используются и где их найти. Понимаю. Теперь выберите чертеж лекарства и удерживайте так, чтобы создать его. Ага, нажал. Создаю. А, еще могу создавать. Или максимум могу создать. Все, окей, создал. Отлично. Дальше что? Шустрей, почти пришли. Давай, пошли. Так, ну все, лекарство я создал. А, вон на H могу его использовать, видимо. Ладно, окей, пошли пока за ним. В общем, это у нас вступление. Боже, как зомбари орут. Это у нас пока вступление. Пролог, видимо. Так, что? Что, мужик? Заходи. А, ну давай. Так, какой-то дом. О, не нравится мне это место, слушай. А есть тут что пособирать? Ого. Уютное гнездышко. Да, прикольное. Так, и чё? А, вон. Заперто. Я попробую открыть, а ты поищи другой вход. Хватай все полезное. Ага. Так, говорит, ищи другой. Задача обновлена, ищи другой вход. Окей. А где, как? А, его тут наверх, смотри, можно, но я не дотягиваюсь. Так, а, ну вот. Все, чтобы присесть. Ну, я присел. Так, и что тут пособирать можно? Пока ничего не понятно. О. Пусто. Пусто. Пусто капуста. Так, ну ладно, давай собирать. Так, сигареты. О, нормально, сигареты, фу. Окей, пошли дальше смотреть.
О! Ничего. Ничего, это плохо. Так, это что такое? Исследовать. Вечеринка? Но к этому времени ВГМ утратила контроль над вирусом. Угу. Так, вечеринка. Здесь что исследовать? Что это? Газета. Статья из газеты. 11 октября 2020 год. А как прочитать? А, подсказки. Вещи. О, нифига себе, у меня тут рюкзак. А, сигареты. Так, на ремесло, навыки, коллекции. А, вот, памятные сувениры. О, прошло 5 лет, кто помнит Харан? Да, Харан — это первая часть, ребят. В первой части это было. Есть ли еще надежда для тысячи людей, заточенных в Харане? 5 лет прошло с тех пор, как Харан изолировали от всего мира. Жители, которым казалось, что они нашли убежище от вируса, оказались в смертельной ловушке. Они вынуждены защищаться самостоятельно. Помощи извне не будет. Почему мир отвернулся от Харана? Можно ли попросту стереть из истории некогда процветающий город с тысячами жителей? Я не знаю, бро. У меня нет ответа, я... Так, это что, мыло? О, мыло мне тоже надо. Так, это что, тряпки? Так, откроем холодильник. Здесь есть ничего. Молоко? Здесь ничего. Так, открыть. О. Что тут? Какой-то как... Ух. Какого? Эйда, ты там как? Да нормас. Крыса. Знаешь, пора прощаться. Почему? Я начинаю о тебе беспокоиться. Ты знаешь поговорку. Начинаешь о ком-то беспокоиться, пора валить. Ну, окей, бро. В смысле пора прощаться? Так, ну ладно. Давайте тут еще... А, ну вот тут, смотри, можно корзину открыть. Давай. Откроем, заберем. Так, рис. Ну, это, видимо, потом можно будет смола. Либо из этого что-то будем крафтить, либо будем продавать. Поэтому так, ну вроде здесь я все, смотри, подсвеченных нету больше предметов. Окей. Так, нажмите Q, чтобы чутьем выжившего. Так, здесь что-то... Что-то светилось же здесь. А, вот. Исследовать. О. Каким на вкус было вино раньше? Каким на вкус было вино раньше, да? Фиг его знает. Так, это что такое? Who do you voodoo? Что-то знакомое. Не знаю. Не слышал такое. Может, из Моргенштерна что-то? Так, ладно, здесь что? Уже исследовать. И это называли искусством? Ну да. Я тоже так рисую. У меня тоже такие же картины. Могу продать вам. Так, ладно, ну что тут у нас еще, бро? Давай. Так, вот тут. Это что? Металлолом. О, металлолом — это хорошая вещь. Так, рюкзаки. Смола. Это что? Еще что-то? Нет, голяк. Ага, тут голяк, ничего нету. Так, а это что? А, типа спрятаться могу? А, смотри. Нифига себе, под рояль залез. Спрятался. Ну вот зомбаков, наверное, нормально можно прятаться так. Так, дальше что? О, еще рюкзаки, давай. Забираем, забираем. Так. Холодильник или шкафу что-то есть? Это шкаф, тряпка какая-то. Смола. Все? А, вот еще тут что-то. Сигареты. Главное, что-то зеленым подсвечивается. А что-то такое обычное. Видимо, обычный предмет или необычный. Так, ну все, пошли сюда. Так, катсцена. О, бар какой-то, видимо, смотри. Жесть. Люди как сидели, так и сидели, смотри. Кто-то лежал, кто-то за барной стойкой сидел. Сори. Прости, Дэйв, и прощай. Сори, Дэйв, гудбай. Как грустно. Да, это последние слова, что он написал, наверное. Лучший способ отметить конец света. Умерли на своих условиях. Надеюсь, и нам так повезет.
Да уж. Эйден, я гляну, что наверху. А ты осмотри сад, лады? Лады. Давай. Так, осмотреть сад. А, сад это где? Вот это? Так, ну тут... Тут ничего. Ага, вон что-то подсветилось. Давай здесь поглядим. Вау, какой сад. Прикинь, какой дом классный, блин. Если бы не зомби-апокалипсис, можно было бы жить здесь. Смотри, а что тут столько людей? Тут сюда на вечеринку собрались или что? Смотри, сколько. Вот они вместе, смотри на фотки. Жуть. Они были вместе. С этого они были вместе, да уж. Короче, их, видимо, вирус поработил всех. Так, а тут что? След... Она была классной. Она была классная. Сидела в бассейне, видимо. Так, ладно. Вон там еще что-то. Так. О, записка. Дорогая Мэри, прости, что сбежал. Говорят, если человек превращается, это уже необратимо. Я в это не верю. Я знаю, что ты еще здесь, под всей этой болью. Я иду к тебе. Не хочу больше убегать. Угу. Эй, иди сюда, глянь-ка. Так, сейчас. Сейчас гляну. Чувак написал записку, да, своей, видимо, девушке. И так и ушел. Ох, а как туда залезть? Там же что-то я... Явно пропустил, или я там был? Не понимаю. Эй, что это такое? О, тихо, залезь. Нет, туда я не пойду, наверное. Так, ладно, залазим. Он говорит, пойти к нему. А, во. Класс. Музыка такая печальная. Говорить. Присядь, брат. Давай. Для тебя. А, подарок? Скорее, дар небес. Бита. Нашел рядом с телом прошлого владельца. Надеюсь, тебе от нее будет больше проку. Держи. Выдохлась. Когда это ты стал таким гурманом? Пей давай. Кто знал, что конец мира может быть тихим? Пока не наступит ночь. Верно. Жаль, Крейн этого не видит. Кто? Неважно. Я выследил того парня. Так, смотри, у нас есть... Выбор, короче. Я выследил того парня. Почему ты не сказал раньше, какого парня? Давай спросим, какого парня? Что? Какого? Кончай уже. Ты стал пилигримом, чтобы найти этого пальца. Я нашел, кто с ним знаком. Так, почему ты... Что? И только сейчас говоришь? Ха, мы пьем пиво. Думал, дойдет, что мы отмечаем. Парнишка из Велидора. Видимо, он что-то знает о Вальце. То есть мы ищем какого-то Вальца. Велидор? Значит, я близко. У меня есть просьба. Не отнесешь это в Гэри? Тебе по пути. Там не любят пилигримов, но платят хорошо. А где любят пилигримов, Эйден? Нас боятся. Все пытаются выжить любой ценой. Возможно. Но когда надо что-то передать, прорвавшись через орду зараженных, зовут нас. Ладно, но за тобой должок. Че это он ему дал, интересно? Да, и не один. А что с тем парнем? Я говорил с ним по рации. Имени он мне не назвал. Похоже, ему есть что скрывать. Видишь антенну на горе? Она поможет с ним связаться. Он будет ждать на рассвете. Частота 140 и 200 мегагерц. Свяжись с ним. Окей.
Так, ты знаешь, что он хочет взамен? Вас спросит. Что он хочет взамен? Не сказал. Но сомневаюсь, что он из тех, кто помогает за даром. Не думаю, что такие люди есть. Что? А как же я? Ты старая пиявка, которая заставляет расспрашивать о своей чокнутой подружке. Эй, она не чокнутая. Джейн просто... сорви голова и... И часто из-за этого попадает в беду. Но ты бы видел ее огромные... Ого! Еще слишком рано для подобных разговоров. Глаза. Я хотел сказать глаза. Огромные. Прекрасные. Цвета стали. Не слышал, чтобы так восхищались серыми глазами. Потому что ты нихера ни о жизни не знаешь, ни о женщинах. Наверное, ты прав. Уверяю. Однажды я найду Джейн. Мы построим дом и будем в нем жить. Я перестану скитаться по свету, как придурок. Выпью за это. Окей. А этот вальс? Кто он? Родня? Нет, точно нет. А зачем ищешь его? Рассказывать собираешься? Да, однажды. Ну ладно, мне пора. И когда я тебя увижу? Еще через 2 года. Кто знает. Береги себя, брат. Надеюсь, найдешь этого вальца, или как там его. И давай. Не забудь. 140 и 200 мегагерц. На рассвете. Тебя ждут. Окей, 140-200, надо запомнить. Так, ну что, в принципе, понятно. У нас есть грязная бита. Так, а как нам выбрать оружие? Ага, вот, есть бита. Ух! Ага, у меня выносливость падает. Так, доберитесь, что? Доберитесь до радиовышки. Так, ну что, пошли тогда. В ту сторону нам. А, вон, ага. Короче, мы ищем какого-то вальца, да? Пока все, что мы знаем о сюжете. И он сказал, что есть какой-то информатор, с которым мы должны связаться по рации, видимо. А, вон выход. И он нам даст наводку, где его найти, этого вальца. Для чего мы ищем, пока непонятно. Ну, думаю, нам объяснят. Так. По пути надо собирать ромашку и мед, потому что из этого делаются аптечки, видимо. Поэтому лучше не пропускать. Вау. Не падать с обрыва? Домик. Окей. Подожди. Побежали сюда. Можем здесь спуститься. А есть мед? Че вы, дайте меду. О, смотри, нашел, да. Так, отлично. Это забираем, ромашку собираем, мед забираем. Это все нам пригодится. О боже, орёт кто-то там. Так, куда дальше? Слушай, ну, видимо, в воду прыгать. Ладно, прыгаю. Надеюсь, я живой. О, плавать. Так, вверх, вниз. Ага. Нырять. О боже, я не знаю, видите вы что-то, нет, ребят? Так, попытаюсь что-нибудь на дне исследовать. О, у меня заканчивается кислород. А что, ничего нету, что ли? Не может быть. На дне реки что, ничего нету? Или это не река? Подожди, вот тут. Ну, ничего не помечается. А чё, водоросли, ничего не собираешь, что ли, бро? А, во-во-во, чё-то нашёл. Смотри, сейчас вынырнем, подышим. Видал? Видишь, как? Всё-таки надо искать. Так, что это? Потрёпанный резак. Подобрать? Поменять. Давай заберём. Потрёпанный резак. Хорош это. О май гад, орёт кто-то. Так, вылази. Давай. Чё так медленно плывет он? О, ромашка. Так, ромашка. О, зомбарь. Кусаки. Да. Кусаки, чтобы провести быструю атаку. Здорово.
Как дела, бро? А? Куда? Держи. Разнесу сейчас тебя. Все? Ой, че? Здорово. Лучше, бро. Хорошо. Как же весело зомби надо убить. На. Давай иди сюда, на свет. Иди сюда. Ты мой бейсбольный мяч. Вау. Ух, хорошо улетел. Так, искать. Обыскать могу. Пусто. Металлолом. Отлично. Так, вот здесь я видел ромашку и мед. Ромашку? А, вот тут я видел. Все. Так, ну окей. А, вот еще. А, и в думе что-то есть. О. Еще? Здорово. На, так, а так? А, блок могу ставить. О, на. Держи. Так, отлично, обыскали. Мед. Гаси пчелы, где улей сделали. А, вот еще что-то. Сигарет. А это? Смола. Так, ну пошли в дом зайдем. Правда, темно? Ага. Ну ладно, тут что-то можем подобрать. Зомбари есть еще, нет? Так, металлолом. Консервные банки. Это тоже забираем. Что, есть что-нибудь? О, вон там ромашка еще подсветилась. Давай заберем. Так, ну а в лодках? В лодках пусто, видимо. Так, ладно, у нас метка стоит туда куда-то. Все, видимо, мы все тут облутали. Пошли дальше тогда. Так, окей. О, вот еще ромашка. О, зомбарь. А, он подсветился. Здорово. На. Ой, в воду улетел. Эй, подожди, я ж тебя должен залутать. Ага. Так, пусто, блин. А чё у них пусто? Так, а куда мне? Подожди, давай полазим еще ромашку поищем. Ещё зомби. Иди сюда. А чё у тебя мешок на голове? Ха-ха. От коронавируса, что ли, спасаешься тебя? Маски не было, мешок пришлось одеть. Так, ищем. Окей. О, фига себе. Так, забираем. Забираем мед. Машину облутать не можем. Так, а мне наверх, а как туда забраться? Мне туда, смотри. А как залезть? По автобусу? Нет. Подожди. Так, смотрите на уступы, прыгните, удерживайте, чтобы схватиться. А, внутри по автобусу лезть, прикинь. Так, куда дальше? Сюда? Так. Сюда. Дальше. Эй! Ты чего падаешь-то? Боже, я не понимаю, куда лезть. Вообще не видно. А, вот так назад, видимо. Оп, залазь! Быстрей! О, ваша выносливость на нуле. Подождите, пока она восстановится. А, ну все, вот восстановилась. Все. Ух, я залез. Отлично. Так, тут есть что-нибудь поднять, нет? В автобусе есть что-нибудь? Вроде бы нету. Так, мне через тоннель идти? Жесть, что-то не хочется. Ну ладно. Пошли. Так, не подходите к кусакам, иначе они проснутся. О, они спят, смотри, в темноте типа. Вау, прикольно. Смотри, сколько здесь. А, чумит, ты посмотри, сколько они спят. Стоя. Жесть. Так, а куда мне? Так, я плохо вижу. Ой-ой-ой, тихо. Боже, сколько их тут. О, это что?
поднять. Нажмите, чтобы бросить газовый баллон. Удерживать X, чтобы его поджечь. Ух, хорош. Ловите газовый баллон. Ох, хорошо, вот этот фейерверк. Они взорвались? Ого, они согрелись. Ясно. Ладно, валим, пошли вот этот соберем мят. Они согрелись, так. Валим, 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 нафиг. Они сюда идут? Не, они там остались, ладно. Так, нам наверх. А, мне сюда, видимо, да? Так, удержите за уступ, нажмите в W, чтобы на него забраться. Ну, это понятно. Ну, там еще одна лестница была. А где я видел еще одну лестницу? Или мне показалось? Нет, вот лестница. А-а-а, я не, до нее не допрыгиваю, понимаю. Ладно, пошли, значит, нам сюда. Так, окей, ползем. А, теперь туда прыгать. Окей. Так, ну тут что-нибудь обыскать можно, может? Давай. А, ну в принципе, вот я сюда и прибежал. Ну тут ничего нету. Ладно, идем туда тогда. Идем дальше, короче, по сюжету. Вернее, по дороге. Так, ну тут очевидно, что сюда. А он так быстро устает. Смотри, как это стамина уходит просто. Моментально. Так, ромашка и мед. Надо, наверное, еще хпшки понаделать. Так, нажмите пробел во время движения вперед, чтобы совершить прыжок через препятствие. Ой. Ага, понял. Давай, залазь, 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 залазь. А что, если стамина у него полностью иссякнет, он что, упадет, что ли? О, ромашка. О, вот здесь много, смотри, меда. И ромашка. И еще ромашка. И медик забирает. Хе, прикольно, что он мед так лутает руками. На самом деле в жизни ты офигеешь так мед лутать. Че у тебя просто покусают. Так, куда дальше? Нам наверх. А трос. Чтобы спуститься по тросу, прыгните. Ага. Ух, вот это весело. Вот это хорошо. И тоже стамина тратится. Прикольно. Так, ладно, пока бежим, видимо, по дороге. Пещера, да ну! Только начало, и уже пещера. Блин, я не хочу. А, нет, тут просто проход. А, нет, вон зомбарь есть. Подожди. Есть, чтобы провести удар ногой. О! И камни вниз. Отлично. Я его со скалы сбросил. Хорош. Эй, цепляйся, бро. Так. Нам сюда. Так, прыгните на канат, удерживая пробел, чтобы за него схватиться. Оп. О, паркур, уровень повыше. Нажмите U, чтобы открыть... О, давай посмотрим. Так, вы повысили уровень мастерства паркура и получили первое очко навыков паркура. С ним вы сможете разблокировать первый навык паркура. Окей, продолжить. Так, высокий прыжок позволяет вам дотягиваться до более высоких уступов, когда вы зажимаете пробел во время прыжка. Наведите указатель, ага, чтобы его понял. А, ну все, вот, позволяет прыгать выше. И доставать до более высоких уступов. Ну все, давай, применяем. Хорош. А, и здесь, смотри, удар в прыжке. Здесь прокачка боевой системы, здесь прокачка паркура. Ага, понял. Так, у нас темнеет, смотри. Еще чуть-чуть. Так, еще чуть-чуть. Да, мы, кстати, до радиовышки же должны добраться. Я уже и забыл. Мы уже почти добрались, видимо. Так, нам сюда. Оп, нажимаю пробел, держу, да, и он реально стал выше прыгать. Прикольно. А куда теперь? А, уже темно. Пора найти пристанище на ночь. Так, уже темно. Вряд ли найду что-то получше.
Ага. Задача обновлена. Найдите безопасное место для сна. А мне туда в окно надо залезть? Так, а как? Так, прыгните на трубу, чтобы сходить за ней. Используйте выше, чтобы забраться по ней. А. Тихо. Ой, зацепись. Так, отлично. О, что-то потемнелось. А, выносливость типа умерла. Вон там домик какой-то, смотри. Ладно, потом обследуем, давай поспим. А, видимо, надо поспать. О, хорош. Радиостанция должна быть где-то здесь. Радиостанция должна быть где-то здесь, я понял. Так, это что? О, потрепанный резак. О, смотри, следы. Так, он сейчас... Сейчас, я понял. Искать. Все, здесь все было. Там, там внизу что-то вон зеленым горит. Так, ладно. Идем сюда. Это что? Исследовать. Кто-то их трогал. Недавно. Его сдвигали. О, шкаф сдвигали. Ага. Ладно, попробуем. Так, нажимаем. О, отлично, шкаф сейчас сдвинем. Угу. Найдите безопасное место для сна. Ну, я нашел. О, проход. Вот она, радиостанция. Сейчас, подожди, бро. Запустите генератор. Так, включите электроэнергию. Не работает. Нужно ее запитать. А, вон там. Понял. Выходим. А, на улице на. Так, подожди, что у меня по оружию? Смотри, у меня бита. Ну, вот эта бита, грязная бита, самая нормальная. У нее 18 дамага. А, вот это лезвие тоже, смотри, 18. Давай лезвие возьмем. Вау. Нифига себе. Так, в окно надо вылезти. О, май гад. Ага, вот сюда идем. Включить электроэнергию в здании. Давай, включим. Блин, как темно, ничего не видно, ребят. Чё? О, зомбарь. Ну давай, давай. Не, это походу запланировано. Сейчас будем с зомбаком сражаться. О, ужас. Это что за хрень? Кто это? Ух, нифига себе, акробат. Боже. Так, основы боя. Некоторые враги используют мощные атаки, которые наносят огромный урон и могут сбить вас с ног. Когда враг собирается задействовать мощную атаку, его индикатор здоровья начинает мигать красным. Уклоняйтесь, чтобы избежать удара. Чтобы совершить уклонение, нажмите пробел, двигаясь назад или в сторону. Так, продолжить, понял. Ага. Нифига он акробат. О боже, тихо, тихо. Обычные зомбари. А где он? Давай. Тихо, ого, руку отрубил. Сейчас. А. Минус. Ох. Где это? А вон оно это мелко. Нифига она бегает, смотри. О, тихо. Иди сюда. Сдохни. Отлично, вырубил. Так, отбегаем. Кто там еще? Этот секатор хорошо. О, голову! Отрубил. Есть. Чуть не сдох. Че, все? О, обыскать я его могу. Ботинки, редкий трофей зараженного. Вы нашли ресурсы ремесленника. Отнесите их мастеру, чтобы улучшить чертеж. Мастеру, а где мастера взять? Ух, классно, что их можно обыскать. О, мед. Давай, забираем. Так, еще обыщем. Пусто. Пусто, да. Че вы пустые-то все, зомбари? Пусто. Ага, вот тут можно обыскать, смотри. Сумки. Так, металлолом. Кожа. Может, сможем что-то себе сделать, скрафтить. Так, банки. Банки, металлолом. А, ну все, пошли, наверное, запускать. О, ромашка. Ромашку заберу. Пригодится. Так, тут что-то есть. А, ну да, мы же генератор так и не запустили. Давай, открывай.
Так, отлично. Это что? Потрепанный резак, еще он ушел. Оружие дофига, кстати. Но оно портится. Так, нажимаем. Давай, блин, как темно, генератор. Пожалуйста, запустись. Ой, отлично, свет. Ой, отлично, задача обновлена. Смотри, у нас там что-то появилось. Прикольно. Пошли. Музыка. Типа, да, это сейф-зона, видимо, да, будет? Ой, а я здесь обу... Не, я вот тут не искал ничего. Открывай. Все, отлично. Так, идем сюда. Все, радиостанция заработала. Так, безопасная зона. Вы только что открыли первую безопасную зону и получили новую точку возрождения. Во всех безопасных местах есть ультрафиолетный свет. Там вам ничего не угрожает даже в ночное время. Кроме того, в каждой безопасной зоне есть место для отдыха, с помощью которого можно менять время суток, и тайник Эйдена, где можно оставить лишние предметы. Ага, то есть между безопасными местами это будет все у нас как-то, короче, это, перемещаться, да? Допустим, в эту сумку, если я положу в тайник, что-то сюда положу, то в другой сумке, в таком же безопасном месте могу это взять. Так, ну ладно, нам надо использовать радиостанцию. Поехали. Поехали. Давай. А, что-то там... Так, 140-200, да, было? Да, 140-200, он сказал. Угу. Это Эйден. Прием. Кто-то искал Пилигрима? Прием. А, он сказал на рассвете с ним связаться. Видимо, буду ждать до утра. Да, до утра, видишь. Так, ну все, уйти. Тогда ложимся спать. Хватит. Пора спать. Утром снова попробую. Ну окей, давай, давай. Так. У нас вот кровать. Ну все, ложимся спать тогда. Поспим и уже с утреца займемся этим. Так. Что такая долгая загрузка? Эйден. Мия. Эйден Шмейден. Эйден Шмейден. Мы убегаем или как? Что? Сейчас? Нет, когда состаримся. Сейчас, Эйди. Нам нужны припасы. Все готово. А, это он маленький. Главный герой наш, Эйден. Так тихо. Где же все? Может, все умерли? Ты дура. Пошли. Охранник. Живо. Это кто, его сестра, что ли? Или подружка? Все хорошо. Понятно. О, ничего себе, сколько детей. Все лысые, смотрю, все побритые. Жди здесь. А девочки нет. Она с волос. А муж их еще не побрили. Все смотрели лысые. Ничего хорошего не выйдет. Привел 12-346. Вальц. Мы должны были отвезти пациента в город. Не волнуйся, нас скоро выпустят. Эйди, мне страшно. Я с тобой. Ты в безопасности. Я знаю. Вальц, видели, там внизу было... Слушай меня. Вот, Вальц говорит. Вот мы его ищем, получается. Тише. Видишь? Даже если нас разлучат, мы всегда сможем найти друг друга. Ух, ничего себе, у них шрамы. Эйди! Нет, нет! Мия! Эйди! Нет, у нас сестра его все-таки. Вряд ли подружка, да, так? Что он не делает? Доктор Вальц, мы не успеем. Военные вот-вот будут здесь. Стой.
Закрой глаза. Ого. А, типа опыты, может, какие-то. А что у него за шрамы на руке были? Это укусы или это? Это укусы, наверное, от зомбарей. Короче, над ним опыты, видимо, и над огонь! Ним. В лаборатории! Огонь в лаборатории, охранник. Ага. Все горит. Ой, жуть. Так. Окей, это был сон или кошмар, или просто воспоминание. Ну, короче, видимо... Это его сестра, я так думаю. И вот он ищет этого вальца. Тем, о ком говорил Спайк. Так, надо связаться с тем, о ком говорил Спайк. Давай. Спайк из Бравл Старс. Так. Угу, поехали. 140-200. Это Эйден. Я сейчас на частоте 140-200 мегагерц. Прием. Эйден. Информатор. Да. Я должен был с тобой связаться. Рад, что не передумал. Зачем тебе вальц, Пилигрим? Чтобы найти кое-кого. Ее зовут Мия. 15 лет назад мы вместе были в больнице, и... Я знаю, кого ты ищешь, Эйден. Mm-hmm. Ты хочешь знать, зачем Вальц ставил на вас все эти опыты? Oh. Почему ты сильнее и выносливее других? Я просто хочу найти Мию. Ищу ее, как ушел из лагеря выживших. Можешь мне помочь? Может, и могу. Давай встретимся, Пилигрим. Где и когда? Вход в туннель метро на берегу. В туннеле можно попасть через открытый люк ВГМ. Я буду там. Окей. Ты же не делаешь это просто так? Мне нужно уйти из города, но не в одиночку. Отведи меня в Новый Париж, и мы квиты. По дороге я расскажу тебе все, что знаю. Конец связи. Постой. Я должен хотя бы знать, что она жива. Она жива. Хорош. Я иду к месту встречи. Увидимся. Ага. Так, то есть нам надо... Задача обновлена. 155 метров туда идти, короче, да? Ну, все ясно. Ладно, давайте на этом перерыв сделаем, ребята. Вон там город. Я так понимаю, мы туда попадем, потом будем уже в городе лазить. О, сюда могу залезть? Подожди. Давайте на этом, в общем, остановимся, ребятки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это была первая серия. Пишите в комментариях, продолжать, не продолжать. С вами был Максим. Оставайтесь людьми, даже если кругом одни зомби. Это была Dying Light 2 Stay of Human. Оставаться человеком. Угасающий свет 2. Оставайся человеком. Все, пока.